О вкусах здесь уж точно не спорят. Их скорее отшлифовывают до совершенства, в прямом и в переносном смысле. Международная выставка ресторанного сервиса и услуг в Нью-Йорке, 25-я по счету. В юбилейном экспо участвуют тысячи представителей индустрии из Северной Америки и Европы. Более 500 производителей продуктов питания и оборудования для ресторанов и кафе. На выставку в Нью-Йорк привезли, разумеется, самое лучшее. Среди участников как крупные компании, так и представители малого бизнеса. Гиермо и Джоди Марсель приехали на экспо представлять соусы и приправы собственной компании Best Homes Kitchen. Здесь у нас горчица, очень свежая и с насыщенным вкусом. А здесь наш оригинальный чатни. Мы добавили туда немного перца чили. Фантастический вкус, особенно если попробовать с уткой, или даже с тофу или рисом. А здесь хрен с клюквой, он очень хорош с сэндвичами разного типа. Участники экспо щеголяют не только новыми вкусовыми вариациями, но и своей изобретательностью. 100% corn masa. Эти тако из 100% кукурузной муки, и они без глютена. Мы начали их производить, потому что мой босс, а точнее его жена, хотели мини-тако для свадьбы, и они не могли их нигде найти. Тогда он начал производить их сам, и так родилась эта идея. Как обычно, на выставке в Нью-Йорке немало уникальных продуктов семейства Needleman представляет свой чесночный соус, рецепт которого десятилетиями существовал только в семейном кулинарном рецепте. Этот соус хорош с мясом и с рыбой. Его можно использовать даже с суши. Соус совсем не острый, с насыщенным чесночным вкусом. Попробуйте. Очень хороший вкус. International Restaurant and Food Service Show – это, к тому же, еще и крупнейшая в США выставка оборудования для гостинично-ресторанной индустрии и предприятий общественного питания. В сервировке отведен целый павильон. Приготовить блюдо так, чтобы все ахнули – это задача для мастеров кулинарии. Для рестораторов, впрочем, не менее важно, как это блюдо подать, чтобы закрепить эффект. Помимо сервизов всех размеров и цветов, компании представляют аксессуары, униформу для гостиницы, новые варианты меню, а также новые методы маркетинга и торговли. Если в нескольких словах, то этот прибор вы оставляете на столе, а официант надевает этот браслет. Я сейчас его закреплю, он будет вибрировать. Вы хотите чек? Ставьте кубик этой стороной с изображением чека, и у вас появляется на дисплее номер стола и надпись «Чек». Хотите что-то другое? Поворачивайте этой стороной, и у официанта появляется надпись «Сервис», ну и так далее. На образовательных семинарах в ходе шоу обсуждаются вопросы увеличения доходов, снижения издержек, минимизации рисков, решения юридических проблем, роста товарооборота, проектирования привлекательных меню и новые тренды индустрии. Вы можете здесь увидеть очень много примеров здоровой пищи. Это теперь уже настоящая концепция, а не просто тренд. И, разумеется, здоровая еда – это очень значимый компонент этой выставки. У нас в экспозиции в этом году участвует по меньшей мере 13 тысяч предпринимателей, представляющих разные бизнесы, связанные с ресторанной индустрией. Также еще 4 тысячи человек представляют здесь свою продукцию или продукцию своих компаний. 17 тысяч человек – это крупнейшее шоу в нашей части планеты. International Restaurant and Food Service Show представляет участникам хорошие возможности как для развития и продвижения своего бизнеса, так и для получения новой информации, полезных знаний и оригинальных идей, таких, например, как непромокаемые ультрапрочные стикеры для кухни. Удобно использовать для хранения пищи и записи заказов от клиентов. Это лишь одна из бизнес-идей, завоевавшая на выставке в Нью-Йорке награду за оригинальность. Евгений Маслов, Майкл Эклс. Настоящее время. Нью-Йорк.